Друзья, всем привет! Добрались мы до Полоневич. Озеро здесь замечательное. Ни разу здесь не были, ну, по рассказам, по слухам. Посмотрели в интернете. Недавно онлайнер выпустил статью про эти места, как альтернатива, где покупаться минчанам. Все места уже приелись около Минска. И Минское море, и Волма, и Птич. И людям хочется новых мест. Как говорится, они жаждают новых мест. Ну и вот и я решил приехать сюда, посмотреть. Смотрю, машин очень много, пару сотен, это 100%. И народа много купается. Сейчас подойдем, вы все увидите сами. Мы приехали отдохнуть на часиков 4, так. Ну и заодно покажу вам эти места. И вообще, стоит ли сюда ехать или не стоит. И ехать тоже как бы немало. 40 километров. Чуть больше от Минска. Кому интересно, смотрите. Сделайте выводы, стоит ли ехать. Или все-таки ехать на свои старые места. Давно проверенные. Ну вообще, Минское море, Минское водохранилище это... Там цветет какая-то водоросль. И как раз в сезон купания невозможно купаться. Вода с запахом, цвет у нее меняется. Ну, поэтому не совсем приятно купаться в такой воде. Хотя места там красивые. Вокруг лес, озеро немаленькое, песочек, пляжи обустроены. Но, увы, не судьба. Так что посмотрим сейчас, пройдемся. Я постараюсь вам более так щепетильно все показать и рассказать. Ну, а вы уже делаете вывод сами, стоит ли сюда ехать или нет. А у нас все дома. Как, бельчонок, еще пока не плаваешь, да? Ну, боюсь. Готовишься морально, да? Да я плавать не очень умею. Это Мурикам. Искупались, водичка классная, великолепная.
дно песчаное. И рыбки кусаются. Так что советую сюда ехать. Намного получше будет, чем Минское море, чем Волма и чем Птич. Вот почему людям надоело туда ездить. Есть на то свои причины. Я живу недалеко, около Птичи, мне 5 километров, но я все-таки предпочел бы приехать опять и снова сюда. Дно песчаное, водичка классная, пригревается неплохо. Не, ну, конечно, не как на Средиземном море. Тут на вершине вообще классно, тенек. Людей отдыхает много, с палатками. Кто-то на ночь приезжает, тем более сегодня суббота, и сегодня будет оставаться такой вид с горочки такой. Хорошо, что есть лес, есть где спрятаться, тенек есть. И рыбаков хватает, я видел, рыбу ловят. То есть можно выбрать себе место на любой вкус. Пошумнее, поспокойнее, пожарче, попрохладнее. Так что озеро зачетное. Там вдалеке получается другой берег, с другой стороны, такой более травянистый. Ну, там, скорее всего, больше для рыбаков места. А с этой стороны более для купающих. Купающихся. Ну а вот здесь песочком все засыпано, здесь уже пляж получается. Мы даже самое увидели статью в онлайнере и решили сюда приехать. Они рекомендовали, ну и за ними я могу вам порекомендовать. Отправляйтесь сюда на выходные, и вы не пожалеете. Говорит, это твой шашлык будет, твой хлебушек, твой завтрак, обед и ужин, полник. Успели уже несколько раз искупаться. Вода со второго раза вообще показалась, как парное молоко. Офигенно. Народа не уменьшается. Мы уже шашлычок свой дожариваем.
было как-то солнце чуть пропало ненадолго, на полчасика. А сейчас опять ясно и солнечно.